Роспотребнадзор организовал горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Она будет работать до 5 декабря. Все желающие могут задать свои вопросы. Тематика таких обращений – эпидемиологическая ситуация, профилактика болезни, нюансы обследования на ВИЧ-инфекцию. Кроме того, у жителей есть возможность просто проконсультироваться. Телефон горячей линии 8 800 100 ровно 2926. Работает ежедневно и круглосуточно, в том числе в выходные дни. Номер управления Роспотребнадзора по Лангепасу и Покачам 8-346-69-2-2076 доступен по будням в рабочее время.